Всем привет, это Изи Скринвок. Я снимаю на другую камеру. Вот она. Это телефон, но он другой. Вот. Я уезжала в Киргизию на Каракол, поэтому так долго не было видео. Да, может, некоторые заметили, что я сделала с губами, но все с ними нормально. Да, они просто опухли. Ну, а так все с ними нормально. Я жива, я не умерла. Кстати, Дед Мороз. Дед Мороз, да, Новый год. Поздравляю, кстати, вас с Новым годом. Я вас не поздравила. Простите, реально не было времени. И это все монтировать, выгружать. У меня просто не было времени. Я не знаю, что случилось со мной. И Дед Мороз мне подарил вот это вот чудо. Вообще. Дед Мороз с ума сошел. Это, короче, моноблок HP. Вот. Но, кстати, мышка у них не очень удобная. Вот клавиатура норм. Да, она у меня тут с проводами, но вообще она должна быть беспроводная. Но мышка у меня есть вот такая беспроводная мышечка. Кстати, я купила вкусняшки там. Ну, я купила Duty Free, Oreo. Кстати, я хотела мини-Oreo, но потом я их увидела только в конце, а поменять уже нельзя было. Вот. Я не знаю почему, но их сняли с продажи вообще. Ужас. Я купила такую огромную милку. Это карамель и орех. Это вообще, это суперски. Это на вкус как киндер, это очень вкусно. А вот орео, я не знаю уже какой на вкус, я не помню. Вот мини-орео, я точно не знаю какой на вкус, я его никогда не ела. Я же смонтирую видео. А, вот. Видно, да? Но самое ужасное то, что... Я помню, у меня вот тут было два экранчика. Это 100%. У меня было два экранчика. Вот. И как бы, видите, я вот так вот делаю. Тут только один экранчик. А раньше у меня тут были два экранчика. Один я туда вставляла сам вот эти вот полоски прозрачные, все дела. А другой был уже, ну, как это будет выглядеть как бы в реальности. Без всего этого. Вот. Но сейчас у меня вот такой один экранчик. Всем привет, меня очень плохо видно, я знаю, но я снимаю Изи Скринвок, и сейчас я буду монтировать это видео. Это он. Ну, понятно, он такой более мальчиковый. Ладно, буду сейчас монтировать это. В общем, вот. Я в этом еще не очень хорошо разбираюсь, потому что, ну, не знаю, как-то мне еще плоховато тут. Да, кстати, тут можно редактировать звуковую дорожку. Я хочу другой чуть-чуть редактор скачать, но как я его скачаю, я обязательно буду монтировать нем. Потому что этот редактор какой-то еще не такой доработанный, что ли. Ну вот, в общем, что у меня получилось. Я вот сюда вставила вот такой вот эффект, винтаж. Сюда я поставила видео. Сейчас, смотрите. Всем привет, меня очень плохо видно, я знаю, но я снимаю зеркальный. И сейчас я буду монтировать это видео. Надеюсь, меня сейчас вам хорошо видно. Да, я что-то сделала не то с губами. Ну ладно, пусть такие хотя бы будут. А вот моя камера. Вот она, да, моя камера. Ну, его не видно. Его, да. Это он. Ну, понятно, он такой более мальчиковый. Ладно, буду сейчас монтировать это. Извините, я там чуть-чуть не подрезала, и из-за этого у меня получилось такое короткое видео, но, короче, я буду создавать новое, потому что это просто тупость какая-то получилась, а не видео. Ну, я не знаю, это какая-то реально тупость. Ну, правда. Все, на этом мое видео. Вот это вот закончено, я закрываю вот этот вот проект. Candle. Искат. Все, вот он. Видеопэд, видеоэдитор. Я в нем не хочу монтировать. Он мне не очень понравился, поэтому сейчас я, ну, потом куплю новый, все дела. Да, кстати, я его купила за платное. И он ужасный просто. Ну, на телефоне мне было с ним удобнее монтировать. И на телефоне это самое лучшее приложение. А тут для меня это ужасно просто. Ой-ой-ой-ой, что я сделала? Всем здрасте в этом чатике. Круто, я могу ей ответить. Я не могу ей ответить. Е-е-е, Google Казахстан. Да, я живу в Казахстане, кто не знал, поэтому у меня Google Казахстан. А мне повезет это что?
А, понятно. Блин, я хочу что-нибудь себе классное. Вот, я хочу себе вот такой Google. Новый год. Ой, это 2014 аж. Ну ладно, я хочу себе вот такой Google просто. Ну а что, красивый же? Ладно, я не буду ничего делать. Ну, короче, я это могу сохранить и будет как обложка для видео. А это мой любимый сайт для прослушивания музыки, потому что тут даже есть трек Ханиева. Смотрите. Я вбиваю... Ой. Я вбиваю на английском, извиняюсь. Вот, я вбиваю Ханиева, и тут это все вылазит. Вот куча тут песен разных. И это очень круто, но мне больше всего нравилось, как Рагда Ханиева пела «Путь». Это вообще моя самая любимая. Я прям могу на все включить. Ну все, всем пока. Супер скучно здесь Гринбок закончен. Мои вкусняшки. Орео. Милка. 4 евро стоит. Орео стоит 2 евро 50.